Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. С вами опять ваш покорный слуга, Волощук СД, лидер одноименной рок-группы. Хочу анонсировать вам свой очередной стрим о рок-музыке, о влиянии самой вселенной на особенности рок-музыки. В этом прямом эфире я постараюсь ответить на интересующие вас вопросы, а также оказать уважение тем своим подписчикам, которые не получили ответы на свои вопросы в прошлый раз. Проведение этого стрима я решил совместить с 9-м выпуском своей же рубрики «Рок-поэзия». Почему я решил так сделать? Да потому что тема данного выпуска «Рок-поэзии» полностью совпадает с темой стрима. Только говорить о влиянии Вселенной на рок-музыку я буду в стихотворной форме, поэтому в начале в своих стихотворениях я раскрою основную тему, расскажу об основных критериях рок-музыки и причинах их возникновения, а затем уже буду отвечать на вопросы всех участвующих в стриме, но уже прозой. Также, по многочисленным просьбам трудящихся, в своих стихотворениях я раскрою и основные критерии такого выдающегося изобретения российских рок-музыкантов, как хэви-метал-попса-шансон. И в конце эфира я задам один конкурсный вопрос и разыграю приз – фирменную пивную кружку с эмблемой рок-группы Волощука СД. Поэтому не пропустите в четверг, 9 июля в 20:00. Жду всех вас на своем аккаунте в Instagram. До встречи, друзья!